МЧС России в лице Главного управления провело проверку деятельности администрации Химок по вопросам пожарной безопасности. Смотр сводного отряда прошел в Старбиево. В нем приняли участие члены добровольных пожарных дружин от микрорайонов и сотрудники основных крупных предприятий города, а это порядка 60 человек. Было представлено и пожарно-техническое вооружение, всего 30 единиц техники. Это не все наше оборудование, это только частично. Оценить технику, проверить знания в вопросах тушения пожаров – вот главная цель такого смотра. Оценка дана на хорошо. Рекомендации были даны такого характера, как можно больше привлекать членов добровольных пожарных дружин, потому что это те люди, которые в первую очередь до прибытия пожарных подразделений прибывают на тушение, да, и подают первые стволы помощи и эвакуируют людей. К слову, вступить в добровольную пожарную дружину может любой желающий. По всем вопросам можно обратиться в Химсвас по телефону. Пожарные нам оказывают содействие в тренировках, консультируют и так далее. Дополнительно организации данного мероприятия еще помогает Химспас. После окончания мероприятия заместитель руководителя администрации Владимир Щепотин показал сотрудникам Главного управления МЧС, как администрация города обустраивает пожарные водоемы. На сегодняшний день в городском округе обустроено 21 пирс. Из них 5 новых пирсов в этом году построено. Еще 5 планируется достроить. Еще дополнительно Владимир Витальевич принял решение и выделил денежные средства на строительство подобных пирсов для того, чтобы обеспечить противопожарную безопасность в городском округе Химки. Всего на сегодняшний день в округе 46 пирсов. А это значит, что в случае возгорания спасателям будет значительно легче подобраться к водоемам. Особенно сотрудникам Главного управления МЧС понравился пирс в квартале Вашутина.